Итак, всем привет, подписчики моего канала. Сегодня очередная у нас распаковочка Apple техники. На обзор нам прилетела умная розетка Eva Energy, Switch и Power Meter от компании Apple, от производителя Elgato, Apple HomeKit. Выглядит вот так коробочка. На задней стороне мы видим приложение, которое можно скачать в App Store, Bluetooth версии не ниже 4.0 и операционная система iOS 9.3. Ну что, распакуем и попробуем присоединить к телефону. Поехали! Итак, вот она наша розеточка. Давайте коробочку вскроем. Распакуем ее и посмотрим, что же там внутри. Так, еще заказывал я ее, кстати, не у нас в России, я заказывал ее с Amazon, сайта такого американского. Так, что нас встречает? Инструкция. Она, конечно же, не на русском, она на всех языках, которые только есть. Здесь книжечка, как ее включить. А, это здесь кнопка Reset показывается. Так, это нам пока не надо. Так, все, больше ничего. Вот такая вот розеточка. У нее контакты защищены, чтобы ребенок не вставил никакую вилку, ни розетку. Земля. Код для HomeKit. Лампочка. И также она написана для того, чтобы сделать обнуление. То есть сбросить настройки или что-то типа того. Так, она у нас на 2,5 киловатта. Как мы видим по инструкции, где-то здесь еще было написано. Вот здесь вот написано. Увидите вы, не увидите. Освещение такое плоховатенькое. Но тут написано, что она на 11 ампер, 2,5 ватта. Так что чайник она спокойно выдержит, машинку стиральную тоже выдержит. Внутри очень много всего умного, так сказать, запихано. Я сам смотрел. Ну, давайте ее попробуем подключить к нашему планшету, посмотреть, что она показывает и как она работает. Итак, вот он наш планшет. Вот он приложение Eva Elgato. Вот оно запущено. Он показывает у нас потребление 251 ватт в данный момент на розетке. Предлагает мои затраты 137 рублей в неделю. Здесь можно поменять день, минуты. Общее потребление можно посмотреть. Шкала, так сказать, самые пиковые значения, когда были, какая нагрузка была. И можно почитать затраты. Он вам показывает затраты. Можно нажать выключить. Розетка сейчас выключится. Мы видим 0 потребления. Мы можем включить ее. То есть она сейчас включена. Сейчас мы обновим. Вот видите, 229. Можем попросить Siri. Siri, выключи розетку в комнате. Она ее выключила. Готово. И Energy выключена. Включить розетку в комнате. Хорошо. Розетка включена. Вот так это все работает. Все быстро, интуитивно и понятно. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Будет скоро очень много обзоров. Всем пока.